Русский репортаж представляет. Это твой последний шанс, Рой. Успокойся. Не успокаивай меня. Скажи, если надо помочь. Ты мне очень поможешь, если сядешь и помолчишь, пока я не закончу. Я не из игон чесать приехал, Рой. Отсюда до Синсен. В центр? А в аэропорт? В Тронхейм. На Нордкап. В чем дело? Твоя малютка расстроилась, что ты не взял ее с собой. Детишек надо обязательно возить с собой. Когда тебе еще представится случай увидеть нашу прекрасную страну таким образом? И на такой скорости. Именно. Бывай. На 140 идет. У нас обеденный перерыв. Игра окончена. Прорвемся. Я бы сейчас вафельку съел. Скандинавский форсаж. Скоро в кино.